Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Звягина Софья, я ветеринарный врач клиники доктора Сотникова. И в нашей клинике я занимаюсь организацией банка крови для животных. Мы всегда и постоянно нуждаемся в донорах, ведь зачастую для спасения жизни одного пациента нужно несколько животных. Тем не менее, каждый из них может спасти жизнь нескольким пациентам, ведь мы делим цельную кровь на компоненты, каждый из которых используется в отдельных ситуациях. Стать донором совсем просто. Нужно быть здоровым, возрастом от 1 до 8 лет и у кошек, и у собак, и весом от 2 кг у кошек и от 10 кг у собак. Мы рассчитываем объем отбираемой крови по весу, поэтому каждая донация является безопасной и не вредит состоянию животного. Каждого потенциального донора мы взвешиваем и обследуем, чтобы исключить любые возможные риски для его здоровья. Примечательно то, что для донации крови не нужна специальная подготовка, голодная диета или изменение рациона животного. Достаточно просто приехать в клинику в хорошем настроении, сытыми, довольными и сдать кровь. Отбор крови безболезненный, насколько это возможно. Мы отбираем кровь из яремной вены на шее или периферических вен конечностей. Мы выбираем тот способ, который более комфортен для донора. Зачастую для донации крови кошка фиксируется в положении сидя, при этом пережимается яремная вена. Бывает, что кошкам комфортнее находиться в лежачем положении на боку. В таком случае мы применяем именно этот способ фиксации. В данном случае врач, фиксирующий животное, также пережимает яремную вену. Яремная вена проходит вот здесь, в яремном желобе. Наиболее удобным способом фиксации для врача, который дает максимальный доступ к вене, является положение лежа на спине. Чаще всего котики спокойно лежат в этой позе и не беспокоятся. У собак также происходит фиксация в положении сидя с пережатием яремной вены. Также у крупных собак отбор крови может производиться из вен конечностей. Самой частой позой для фиксации собак на отборе донорской крови является положение лежа на боку, поскольку оно позволяет удобнее всего найти яремную вену. Наши доноры обслуживаются в клиниках Сотникова на специальных условиях. И это касается не только лечебных, но и профилактических мероприятий. Приходите! Нам очень нужно ваше участие и помощь ваших питомцев. А больше всего вас ждут те, кому вы можете спасти жизнь.